Жители Мариэл могут бесплатно защитить питомцев от опасной болезни. Медведевская станция по борьбе с болезнями животных приглашает на бесплатную вакцинацию против бешенства. Процедура проводится без предварительной записи, а после прививки в паспорте животного появляется специальная отметка. О том, как хвостатые пациенты переносят прививку, узнала наша съемочная группа. Традиционно осенью в ветеринарных больницах начинается сезон вакцинации. Для того, чтобы своевременно сформировать у животного устойчивый иммунитет, ветеринары разработали график и перечень прививок, необходимых для собак и кошек. Помимо комплексной вакцины от различных тяжелых заболеваний, четвероногим любимцам делают еще одну, жизненно важную, от бешенства. На сегодняшний день республика Медведевский район является благополучным по бешенству. Но для того, чтобы эта ситуация была под контролем, необходимо проводить ежегодно вакцинацию против бешенства ваших животных. Тогда и жители, и ваши питомцы будут здоровы. Медведевская районная станция по борьбе с болезнями животных для того, чтобы обратить внимание жителей республики и нашего Медведевского района, хочет проводить кампанию по бесплатной вакцинации животных. Бешенство – это острое инфекционное заболевание, представляющее серьезную опасность не только для животных, но и для людей. Болезнь поражает нервную систему, приводит к пагубным для организма последствиям. Единственная возможность предотвратить инфекцию – вакцинация. Бешенство вакцинируется несколькими вакцинами, такими как русские вакцины включают в себя состав бешенства. Это мультикан-8. И также есть импортные вакцины, которые тоже содержат свой компонент бешенства. Значит, вакцины, они вводятся после полного клинического осмотра животному. Это безвредно и безопасно для животного, но если произошел укус животного или контакт с бешеным животным, со слюной, то животное будет защищено и оно не заболеет. А также будут защищены люди, хозяева и окружающие жители, которые контактируют с вашими животными. За бесплатной вакциной владельцы собак могут обратиться по будням в Медведевскую районную станцию по борьбе с болезнями животных. Предварительной записи не требуется. После прививки врач сделает соответствующую отметку в ветеринарном паспорте и вклеит ярлычок. Отмечу, прививку от бешенства делают обычно раз в год при угрозе заражения. Если район благополучный, ревакцинация проводится раз в 2 года.